Снежинцы отстояли лес. Сосны в центре города хотели вырубить и построить дома. Люди собрали 5000 подписей и обратились за помощью к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Я считаю, что Снежинску есть куда развиваться. И есть районы, где эта застройка может совершенно безболезненно проводиться. Заявление парламентария жители города встречают аплодисментами. Люди несколько месяцев боролись за зеленый островок в центре Снежинска. Лес находится на берегу озера Синара. Для горожан это место и для прогулок, и для занятий спортом. Внучка у меня, вот дочери, они ходят на лыжах кататься в лес туда. Мы ходим за грибами туда, гуляем, ходим. На участок земли в живописном месте покушаются застройщики. Они запланировали развернуть там строительство жилого квартала, но жители против. Собрали за несколько месяцев 5000 подписей и отправили их Владимиру Бурматову. Тот провел переговоры с городскими чиновниками, в итоге вырубку запретили. Город занял ответственную позицию, встал на сторону жителей. И я считаю, что это решение правильное, потому что люди имеют право на чистый воздух, на чистую воду, на благоприятную окружающую среду. Стройку заблокируют, а в лесу обустроят зону отдыха с дорожками, освещением и тропой здоровья.